Шерлок! 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 Ты что-то хотел, Джо? Ты что, все это время играл с берушами в ушах? Да. Зачем? Потому что это невозможно слушать. Так а зачем ты играл? Потому что я обижен на тебя. Интересно. Это за что? За то, что ты решил разобраться с Мориарти сам и устроить ему финальную схватку. Чего ты взял? Это элементарно. Я заметил, что ты купил несколько пачек подгузников. Значит, собираешься тихо и долго сидеть в засаде. Ты купил свежую перекись, зеленку и присыпку. Значит, собираешься обрабатывать раны после схватки. И еще я заметил, что ты купил погремушку, чтобы дать сигнал Лестрейду, если вдруг что-то пойдет не так. Браво! Ты гений, Шерлок. По тебе шоу предсказателей плачет. Вообще-то, Мэри, да. Мэри, ты так рано вернулась с прогулки. Все в порядке? Все хорошо, Мэри. Просто очень захотелось зефира с печеночным паштетом. Джон. В последнее время Мэри совсем перестала за собой следить. Она так растолстела. Пусть поменьше ест. Шерлок, вообще-то она на 9-м месяце. И что, это повод столько жрать? Как на 9-м месяце? Так это что получается? Что я плохо думал о тебе? В смысле, когда? Когда вы с Мэри по ночам шепотом обсуждали вашего малыша. Вы говорили о ребенке? Конечно, Шерлок. Мэри, все нормально? Да. Присаживайся. Ой, спасибо. Удобно? Да-да. Мэри, как чувствует себя ваш малыш? Спасибо, Шерлок. Только мы с Джоном никогда не называем ребенка малышом. Мне это не нравится. Говорим просто «наше чудо», да? Джон, милый, мне очень хочется, знаешь чего? Клубники с солеными огурцами. Конечно. Хотя нет, я передумала. Давай лучше мороженое с вареным луком. Мороженое? Да. Ага. Хотя, знаешь, не надо мороженое. Ага. Пусть будет жареная курица с рахат-лукумом. Вот. Мог бы догадаться. А вообще-то, ничего не нужно. Я сама схожу и все выберу. Хорошо. Да, помоги мне. Да. Ой, получилось. Аккуратненько. Ага. Профессор, я наконец-то сделал, что вы просили. Поумнел? Нет. Я выкрал Мэри. Прекрасно. Наконец-то. Хорошо. Здравствуйте, дорогуша. Не ожидали. Я вижу, у вас накопился ряд вопросов. Да. Хотите знать, зачем я вас выкрал? Нет. Хочу знать, есть ли у вас пельмени с ананасами и где здесь туалет? Жаль. Я все равно расскажу. Я долго изучал сильные и слабые стороны Холмса. И понял, что слабое место Холмса —
Ватсон. А слабое место Ватсона — это... Сумасшедшая бабушка. Не та фотография. И это мой любимый дедушка! А слабое место Ватсона — это... Вы. И теперь, когда я вас выкрал, у меня в руках и Холмс, и Ватсон. Профессор, я готов. Я подключился ко всем телекоммуникационным сетям. Мое обращение увидит вся Англия. Я готовил эту речь несколько недель. Я войду в аналы истории. Это мой триумф. Это моя вершина! Давай, снимай. Леди и джентльмены. Шерлок. Шерлок. Посмотри. Ой. Перед вами самый большой злодей современности. Смотри. Вы будете просить меня, пожалуйста, не надо! Я только что озвучил мои окончательные и бесповоротные требования. Если в течение суток Холмс и Ватсон не сделают этого, Мэри умрет. Мэри умрет. Шерлок, Мэри в руках Мориарти? Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну что, вам уже не смешно? Нет. А так? Встречается еврей и мусульманин на христианском кладбище. И еврей говорит им... Шерлок. Шерлок, как он нас слышит? Я уже давно за вами слежу. С помощью скрытых камер. В кабинете везде установлена моя аппаратура. Он блефует, Джон. Я докажу. Холмс. 2 недели назад вы разделись догола, взяли стетоскоп Ватсона и... Да-да-да! Мы вам верим. Как вам моя речь? Ну, лаконично. Гениально! Гениально! Просто шедевр! А не могли бы вы еще раз повторить? Это невозможно. Это неповторимо! У вас есть 5 минут, чтобы выполнить первое унизительное задание. Или Мэри умрет. Когда выполните задание, вам на телефон придет веселый смайлик. Шерлок, 5 минут. Шерлок, что делать? Что делать, Шерлок? Надо... Спокойно, Джон. Надо что-то делать. Есть зацепка.
Он сказал унизительное задание. Да, да. Это значит, что нам с тобой нужно как-то унизиться. Да. Боже мой, какой я дурак. Какой я дурак, что не уследил за Мэри. Да. Джон. Да, что делать? Нам нужно перепробовать варианты унижения. Точно. Смайлика нет. Не то. Да. Не то. Не то. Может, он хотел, чтобы унизился ты? Может. Не то. Надо перебрать другие варианты унижений. Ну вот, видите, Ватсон, как все просто. Нужно было ударить вас шахматной доской по башке. Нет! Что значит нет? А что тогда? Ватсон должен был унизиться и сказать: «Боже, какой я дурак!» Он это сделал в самом начале. Угу. Я не виноват, что у меня плохая связь, и смс-ки так долго доходят. Слушайте второе задание. Уже легче. Хоть угадывать не придется. Один из вас должен стать геем. А нет, придется. Вы должны прислать имя гея в СМС. Если вы ошибетесь, Мэри умрет. У вас есть ровно одна минута. Я не гей. Я тоже. У меня есть решение этой проблемы. Раздевайтесь. Шерлок. Что? Но тогда у нас будет два гея. Тогда не знаю. Так, что делать? Шерлок, у нас осталось 15 секунд. Думай, думай, Шерлок, думай. Джон, помнишь, я занимал у тебя 200 фунтов? Конечно. Так вот, я тебе их не отдам. Вот ты п***ц. Спасибо. Ну что ж, вы успели. А теперь следующее задание, Холмс. Должны будете выполнить вы. Где? В том месте, где мы уже с вами встречались. В борделе? Мы там с вами не встречались, Холмс. Жаль. Классное место. Может, перенесем? Холмс! Вы выполните задание так, как я сказал. Или Мэри умрет. Хорошо. Но обещайте подумать. Может быть, следующее задание вы перенесете в бордель. Холмс! Хорошо. Шерлок, пожалуйста. Сделай это ради Мэри. Не уверен. Ради меня. Точно нет. Хорошо, 200 фунтов. Прощай, дорогой друг. Спасибо, Шерлок. Спасибо. Ты сделал это ради меня. Спасибо. Знаете, Холмс, даже я не ожидал. Что же, я уже отправил вам следующее задание. Как отправил? Куда? Как всегда, СМС на телефон. Шерлок, смотри. Вот, извините. Вот, по-моему, я экран нашел. Вот, собирай, собирай. Вот, еще. О, смотри. Ну, по-моему, динамик. Джон, это чья-то жвачка. Читаем следующее задание. Вы дож пох
Простите мне стень оровы. Шерлок, что это за ерунда? Ага. Что? Нет. Мы ни за что и никогда не будем воровать у Ее Величества. Шерлок, а ты уверен, что это безопасно? Джон, ты же меня знаешь. Я просчитываю любую операцию до мельчайших деталей. Я отключил во дворце всю сигнализацию. Стоять! Не двигаться! Шерлок, это катастрофа. Это катастрофа! Мы сидим здесь, без перстня. А Мэри там, у Мориарти. А время идет. Не переживай, Джон. Я спрятал перстень в надежном месте, он у меня. Правда? Покажи, Шерлок. Нет. Я сейчас не хочу. Попробуем через полчаса. Так, да, но надо как-то выбираться отсюда, Шерлок. Придумай что-нибудь, я тебя прошу. СМС от Мориарти. Шерлок, ты должен засунуть туда руку. Почему я? Ты засунешь руку, кобра тебя ужалит, и я, как доктор, быстро ампутирую руку, пока яд не пошел дальше. Все живы. Джон, но если я останусь без руки, я же не смогу играть на скрипке. О, еще один аргумент за. Нет, я не согласен. Есть другая идея. Нужно залить кобру водой, и она захлебнется. Шерлок, у нас нет воды. Тем хуже для кобры. Джон, ты идешь или нет? Конечно. Мэри, дорогая, как ты? Ты принес что-нибудь пожрать? Шерлок Холмс, сейчас нас ждет финальная схватка. У меня, кажется, начинаются схватки. Мэри, это не совсем вовремя. Вы не могли бы подождать? Или... Ну, нет, так нет. Пустите. Немедленно пустите! Я доктор! Я доктор! Вы что, не понимаете? Мэри! Джон, Мэри! Джон, я здесь! Да, я здесь! Все да, хорошо, Джон, все да, в порядке! Да, помощь пришла! Да, Мэри! Господи, Джон! Ой, черт! У меня, кажется, отошли воды! Нам срочно нужен доктор! Вы думаете, если будет лежать без сознания два доктора, нам станет легче? Что там? Так, это соседи снизу, мы их затопляем. Она орёт! Сейчас что-то придумаем. Мне нужны спирт и вата. Спирт и вата. Спирт и вата. И вата. Спирт и вата. Спирт и вата. Больно! И что? Ничего. Так легче думается. Холмс, Холмс, ну, давайте воспользуйтесь своим дедуктивным методом. Ну! Ну что с Мэри? У Мэри пульс 150 ударов в минуту. Схватки через каждые 10 секунд. Крик 170 децибел. Раскрытие 8 сантиметров. А это значит, что...
что? Что делать? Ну, сделайте что-нибудь, я уже рожаю! Да, да, да. Так. Что делать, профессор? Что? Туся, Туся! Да не ты, Морн! Идиот! Давай, давай, давай! Да прекрати ты эту истерику, Морн! О, господи, делайте что-нибудь. Пожалуйста. Да, да. Сейчас, успокойся. Сейчас принеси мне. Да. Мне нужна горячая вода и полотенце. Да. Ну все, успокойся. Ну успокойся. Ну успокойся. Профессор Ход, вы будете принимать роды? Нет. Я буду принимать ванну. А роды будешь принимать ты. О, мама. Ну что ж такого? Ну почему настоящим злодеям всегда приходится все делать самому? Да делайте уже что-нибудь, черт подери! Да, да, да. Давай, давай! Туся, Туся! Господи! Мариарти! Пуповину можно было просто перерезать. Контрольный. Кто там? У вас с Ватсоном мальчик. Мальчик. Джон, у нас мальчик. Дедушка, расскажи, а как я родился и попал к тебе? Это длинная история. Когда ты был еще крошкой, совсем-совсем маленьким. Тебя положили в корзину и без еды и одежды отнесли в лес. Ха! А там ты меня нашел и вырастил. Нет, дурак! Это же я тебя в лес и отнес. А потом тебя нашли волки. И воспитали. И покусали. А через месяц ты нашел дорогу обратно. Как? Волки не выдержали и показали. Жарко. Что чаем? Это что, цианистый стыкали? Да. Это тебе за что? Молодец, наконец-то я вырастил настоящего мужчину. А теперь ступай, ступай в чулан и не выходи, пока я не сдохну. Нет. В отличие от меня, ты не должен знать горе и страдания. Этот ребенок делает меня хорошим. Рядом с ним я не могу творить зло. Как мило. Да. А чтобы я оставался всегда хорошим, я забираю этого ребенка себе. Что? Ну, вы же понимаете, Шерлок, что мы Шерлок, не можем скрывать Шерлок, свое любопытство. Шерлок. Ладно, ладно. Это было несложно. Ну, а как вам удалось найти мальчишку и обмануть Мариарти? Это элементарно. Я выследил его, вычислил и заставил его отдать мне мальчика под угрозой тюрьмы. Вы гений. Это чистая правда. Вы опять опоздали на встречу, которую я вам назначил! Шерлок Холмс, вы принесли товар? Да.
А вы принесли ребенка? Да. Будете проверять? Конечно! Обычно золото проверяют на золото. Я знаю. Кстати, как себя чувствует мальчик? О, отлично. Он так похож на меня. Да, а еще он чудесно играет на скрипке. Такой сорванец. Я вчера застукала его, когда он пытался курить трубку. Правда? О, боже мой. Хороший мальчик. Главное, что теперь на Бейкер-стрит пришли мир и покой. Это правда, это все благодаря тебе, Шерлок. Конечно, конечно. Подробнее, если можно. Я ненавижу тебя, Шерлок. Я убью тебя.